Alexandre Dumas is one of those men who may be called disseminators of civilization. He makes minds sound and noble, lighting an inexplicable light in them, a light which is strong and bright, enriches man's soul and mind. Victor Hugo. И вот мне дали шпагу, отцовский пистолет, и я решил объехать, и я решил объехать, и я решил объехать, объехать белый свет. По Франции я еду, мелькают скаты крыш, гасконца молодого ничем не удивишь. О, где ты, где ты, где ты, душа моя, Париж? Поэтами воспеты, поэтами воспеты, от погреба до крыш. Французские красотки улыбки мне даря. А дамы за собою платочками манят. Скачи туда быстрее, мой верный конь малыш. Где вина всех краснее, где вина всех краснее. Красотки всех милее, красотки всех милее, красотки всех милее. Гасконцы всех нужнее. Один за всех и все за одного! У тебя есть бумага? Да, сударь. Господа, ваш пропуск. Пропуск? Пропуск, конечно, пропуск. Пожалуйста. О, пожалуйста, сударь. Так, это что это? Эй, мошенники, бродяги! Неплохо добрались, Планше. Ну, если... Да, попробуем теперь где-нибудь остановиться. Попробуем. Сударь, мы приехали издалека. Да. Не скажете ли, где нам можно снять комнату, а? Меня зовут Бонасье, месье. Я и моя жена можем предложить вам неплохую комнату. Вот проходите. Я думаю, господин Д'Артаньян... Его слугу она вполне устроит. Вы очень любезный, господин Д'Артаньян. Если изволите, можете располагаться. Прошу вас. Господа, где приемная Д'Артаньяна, капитана мушкетеров? Следуйте за ним, сударь. Прошу вас, мсье. Так, нападайте. О, ну так все, вы проиграли. Кто следующий, господа? Есть еще желающие фехтовать? Прошу, господа. О, атакуйте. Товальщикам в зале. Упали, поднимайтесь. Вот так. Господа, есть еще желающие поучиться фехтовать? Я спрашиваю, господа, атакуйте. Ну, господа. Попробую. Для меня честь поучиться у шкетера. Дьявольщина. Возьмите мою шпагу, мсье. О, вы тоже, да? Ну давайте. О, молодой человек. Я споткнулся. Да. Вы победили, мсье.
Грамот! Благодарю вас, господа! Спасибо! Будь я конюшем господина де Шале, я проучил бы этого Рошфора. А вас проучил бы красный герцог. Шеф мушкетеров! Подождите здесь, месье! Матерь Божья! А вас, я повторяю, Портос, проучил бы красный герцог. Надеюсь, вы понимаете меня, Портос. Красный герцог! Вот так остряк этот Арамис. Какой очаровательный аббат получился бы из вас. Сними вы только плащ мушкетера. Когда-нибудь я все же буду аббатом. Ведь вы же знаете, Портос, рано или поздно. О, я в этом не сомневаюсь. Вы добьетесь своего непременно. Все равно, что я когда-нибудь женюсь и разбогатею. Господин де Тревиль ждет господина де Артаньяна. О, ужас! Я вас слушаю. В память о дружбе моего отца, вашего земляка, я надеюсь просить у вас плащ мушкетера. Прошу меня простить. Подождите. Атос, Портос, Арамис, вас ждет господин де Тревиль. Гром и молния, и тысяча чертей. Ухожу в монахи. Как могло случиться, что королевские мушкетеры позволяют себя арестовать дворецом кардинала? Но, капитан... Господа мушкетеры, я не желаю, чтобы вы шатались по подозрительным местам. Да-да, я не желаю этого. Да вы не отпирайтесь. Вы были в этой компании. Да-да, вы были там. Вас опознали, и кардинал назвал ваши имена. Господин капитан, дело было так. Поздно вечером мы зашли поужинать в кабачок на улицу Феру. И, как известно, немножко задержались. Атос вышел первым, чтобы взглянуть на часы. Было совсем поздно. Мы собрались уже разойтись по домам. Как вдруг неожиданно яркий свет ослепил нас. Тем самым дав возможность отряду гвардейцев напасть на нас. Неожиданно атаковать. Мушкетеры, повеселимся! Недолго, который Атос честно пытался принять на себя, мы проиграли. Предал вам мушкетеры ноги. Сопротивление бесполезно. Сдавайтесь. А нас арестовали. Вы красотки. Пойдемте с нами в кабак. Кабак. Там мы с вами немножко измещаемся. Вставай, а? Скорей, скорей. Скорей, скорее, мушкетеры короля. И кардинал, пошли. О, какой я удивительный сон сегодня видела. Вы смотрите. 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 Полнометражный. Короткометражный. Черно-белый. И цветной. Широкоэкранный. Двухсерийный. Рисованный. И кукольный. Мультфильм. Три мушкетера. Роман Александра Дюма. Выпуск 1975-86. Интересно.
монастырь дешев. 12 часов. Рад вас видеть, сударь. Вы очень точны. Пожалуйста, присаживайтесь. О, как вы любезны, месье. Прошу вас. Знакомьтесь, мои секунданты. Кто? Арамис! Ну как же это? Мы тоже деремся с этим господином. Атос! Тогда не будем терять времени. Начнем. Какой смелый молодой человек. Очень жалко, что нам придется его убить. Я даю возможность первому это сделать. Стойте, стойте, гвардейцы кардинала! Эй, мушкетеры! Вы собрались здесь драться? А как же с эдиктами? Оборонить, мушкетеры! Три мушкетера по роману Александра Дюма. Вторая серия. Один за всех. И все за одного! Д'Артаньян и три мушкетера. Это и есть ваши секунданты? Но я тоже дерусь с этим нахалом. Он оскорбил меня по поводу одежды. Да-да, Арамис, по поводу одежды. А мы не сошли с ним в богословских делах. Итак, начнемте, сударь. Я жду вас, месье. Приступим. Эй, мушкетеры, остановитесь немедленно. Эй, мушкетеры! Вы опять собрались драться. А как же с эдиктами, а? Эй, обороняйтесь. Мне кажется, господа, нас четверо. А их только восемь. Мы их атакуем! Вперед, все за мной! А, у вас двое, да? Да, да, да. Тебе один. Молитесь, сударь. А теперь поговорим о кардинале. Прощайте, месье. Спасибо вам. О, да, благодарю вас. Вы тоже, да? Теперь нас действительно четверо. Один за всех и все за одного.